Для школьников и студентов КОМИ разработали новые IT-проекты. Этой осенью Минцифры России запускает их для всех категорий граждан. Но самое важное, такому востребованному направлению смогут обучиться бесплатно наши дети, отмечает председатель комитета Госсовета КОМИ по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин. Проект для учащихся с 8 по 11 классы «Код будущего». Это двухлетние курсы для освоения современных языков программирования. Программа состоит из 4 модулей по 36 академических часов и рассчитана на обучение на базе региональных образовательных площадок как в офлайн, так и в онлайн формате. Тем временем проект «Цифровые кафедры» рассчитан на студентов.